Спорт – это не только возможность быть в форме, но и самый лучший подарок. Благотворительный фонд «Дарим добро вместе» организовал для воспитанников детских домов Ивановского региона спартакиаду под девизом «Испытай себя». Мы проводим сегодня 7-ю спартакиаду ДТВ CrossFit Games. Игры называются «Испытай себя». Сегодня мы проводим ее в 6-й раз, потому что во Владимире мы проводили 2 игры. Были мы уже в Ярославле, в Костроме, в Владимирской области, в Туле, и вот приехали к вам. Сегодня у нас участвует 5 команд из разных детских домов и школ-интернатов Ивановской области. Дисциплина кроссфит – относительно новое спортивное направление, которое сейчас быстро набирает популярность. Ее прелесть в том, что силовые упражнения помогают развить общую физическую подготовку, и при этом их можно адаптировать под любой возраст и возможности – от тренированных спортсменов до новичков. Эта полоса препятствий создана специально для ребят 13-17 лет. Кроссфит – это сейчас очень популярное направление, и все дети и молодежь видят примеры кроссфит-соревнований. Мы адаптировали совместно с Федерацией кроссфита взрослые соревнования под детей. Предварительно ездили во все детские дома и школы-интернаты с выездами подготовительных тренировок. Соответственно, все дети сегодня приехали подготовлены и уже знают все эти комплексы. Также отправляли им видеоинструкцию, по которой они тренировались и готовились. Соревновались не только спортсмены на площадке, но и группа поддержки на трибунах. Команду Шуйского детского дома школы вперед гнали их болельщики. И это сработало. У нас был хороший наставник Олег. Наша команда, она нам помогает, болеет за нас. И у нас все получилось. Полосу препятствий команды преодолевают на скорость, но при этом судьи следят за правильностью выполнения упражнений. За чистое прохождение спортсмен получает баллы. Для победителей, набравших большее количество, организаторы приготовили награду, тоже спортивной тематики. Но главное, лучшая команда региона сможет выступить на всероссийских соревнованиях. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.